Мне поступил заказ богородскую травку приготовить. Она мне нужна и нужна в город. А в какое время ее рвать, я не знаю. Я поехал туда, а кое-где цветет. Я обычно осенью рвал. Ну так, и клубника. Я привез несколько ягодок клубники. Вот она какая. Посмотри. Даже вот какая бывает. А, она еще только начинает. Только начинает. И листья клубники. Вот это у меня богородская травка. И листья клубники. Но сушить на солнце не разрешается. Поэтому мне, сейчас пока никого нету, попросить у вас разрешения мне две палатки постелить, вот здесь вот. Окошек закрыл я туда, чтобы не выпускать, чтобы они не ходили. Они сразу начнут оправляться здесь. Угу. Вот почему у меня здесь. Разрешаете? Нет. А в другом месте нельзя? А? А в другом месте нельзя? Ну, да, добавьте другое место, чтобы там мыши не лазили. А, мыши? А вот. Как же, это же в рот все пойдет. Ну-ка, давайте здесь. Давайте, тогда так, мы сейчас раскинем. Туда в угол можно. А? Туда в угол можно, туда. Надо раскинуть, в угол она не пойдет. Почему не пойдет? Ну потому что не по... она широкая, мне надо много. Иначе толстый. А еще будете рвать? Или... Так, давай расстелим сначала, потом разговаривать будем, давайте. Вот расстеливать, расстеливать принесите. До скамейки. Вот мой холодильник. Ну, мы руками промашем, а время идет. Я уже давно сижу здесь. Минут 20. Так, отодвигайте ее. Вот теперь смотрите. Если вот это вот взять, она наполовину меньше. Она не пойдет никуда. Теперь... Эх ты, порванная. Как же так? Сейчас я могу сказать, сделать. Отрубить маленько. На какое-то. На воде это ничего не стоит. Это совсем легко. Это рядом. Кислотенок, да не в обиде. Ползал, ползал там. Вот первое что. Клубника. Геннадий Тихонович, а я вообще предлагаю сделать в этой, в трапе, в спальне. Там никто не ходит. В спальне? Ну конечно. Там тоже перекрыть, чтобы кошки не ходили, и все. Что ж, разговора нету, давайте. Нет, вы сходите, посмотрите, если получится. А что там смотреть-то? Мне надо делать, чтобы вошло. Ну ладно, расстилайте. Ладно. Ну, собрать не трудно. Надо вот это сейчас все будет разложить. Она, когда тонким слоем идет, это по одному листику буквально. Ну, не смешать с этим. Вот это ведерко какое. А есть еще дом, там у Дии Павла комнаты свободные. Свободно, там никого нету. И что? Там мыши туда и сюда снуют. А там не ходят? А что они там ходить-то? Там нечего есть вообще. Везде мыши, везде, где нет кошки. Она и здесь ее... Тут не трудно собрать. Здесь кошки тоже не будет ее, раз вы ее не пускаете. Сейчас раздирайте ее. Она уже горящая лежит, уже горит, начинает. Мы можем это сделать и к вечеру убрать. Так, разложите, чтобы тонким слоем. Я брал с собой ножницы, ножницами. Ну, это долго. Это не просто так. Я ползал, ползал там. Кажется, конца края не будет. Вот представь, вот это сорвешь, это один. Вот он, рис. Прелестик. Ну, значит, того стоит. Так, это можно поменьше туда, на тот край, чтобы проход был. Примерно вот так вот. Там раскрывайте пока. Туда, как посмотрим потом, пока кошек сюда не пускать, а потом мы туда перетянем, куда Владимир говорит. Мелко-мелко, тонким слоем, чтобы водянаркой была. Ну вот. Так, сюда, чтобы не попадало. Вот смотри как. Там можно наступать до того места, чтобы дошло, дальше не шло.
смотри, это богородская травка, щебрец. Я не знаю, в какое время брать надо. Ну, запах, конечно, ароматный стоит. Но сейчас вот сказали, видишь, сколько набрал. Ее мало, совсем мало. Дождей-то не было, ну вот все. Вот в этом виде пока подержать до вечера, там будет видно. Угу. Пожалуйста. Вот у меня брат Павел, и он там, когда в Киргизии был, там Иссык-Куль. Ну, обед, люди отдыхают. А он идет и собирает разные травы. И когда пошел в аптеку, а там трав-то нету, там цены хорошие платят. И он все время, они его ждут, когда он придет. А он разузнал, какие травы, не такие, конечно, другие это. Маленько подсушит, там сразу их принимают. Кажется, не на чем заработать. А вот это вот я сейчас понесу, это сразу могут принять. Все у меня. Ну, слава Богу. Кошек только не пускать, больше ничего не надо. Угу. Спаси Христос. Слава Христу. На обед сейчас, да?